Приветствую, друзья! С вами репетитор Дмитрий. В этом небольшом видео давайте рассмотрим очередное изменение, которое любезный тест Duolingo, которому нас порадует с 1 июля этого 2024 года. Я считаю, это даже не изменение особое. Ничего в плане сдачи, вашим каких-то заданий, оценивания не изменится в общем. Поэтому успокойтесь, кто начал что-то там волноваться, и расслабьтесь. Будет лучше. Сейчас я вам покажу, почему и что произойдет. Теперь, с 1 июля Duolingo будет выдавать вам не просто общий балл, например, там 130, и 4 integrated subscores, интегрированных subscore, вот эти, которые мы сейчас с вами на всякий случай быстренько пройдемся, а еще и 4 основных индивидуальных subscore, которые, как в старых добрых IELTS, TOEFL и так далее, звучат так. Reading, listening, speaking, writing. Я думаю, это само время так продиктовало. Может быть, университеты просили Duolingo команду годами, чтобы они так сделали. Вот. То есть, изменится что? Изменится reporting, то есть, отчет ваших баллов, чтобы вам было легче понять, какой конкретно навык языковой, простыми словами, у вас хромает, какой надо подтянуть. Например, давайте возьмем, до 1 июля вы получали... Сейчас я открою другую... Вы получали какой формат? Например, вот 130, кто-то хорошо сдал, и вы получали вот эти только Integrated Subscores. Вот этих не было. Integrated Subscores обычно на первом месте по объему, как бы не по высоте, как бы по успеху, обычно в 95% случаев у нас Comprehension. Можно перевести как восприятие, понимание языка. Это у нас Ability to Read and Listen, способность читать и слушать. Ну, давайте скажем, способность читать на английском и понимать то, что ты читаешь, и слушать на английском и понимать то, что ты слушаешь. У абсолютного большинства кандидатов, вот из нескольких сотен учеников, которые у меня были по Duolingo, 99 даже процентов у них вот это на первом месте бывает с большим отрывом. Здесь они такой пример взяли солнечного индуса Раджи, который, наверное, с пеленок на английском говорит, поэтому у него conversation... Ну, хотя, в принципе, пеленки ему не помогли, потому что production все равно он отстает. Обычно у людей на первом месте comprehension, на втором literacy, давайте так переведем условненько, как грамотность, способность писать и читать. Что интересно, писать и читать, это грамотность. Я не скажу вам, если так честно, что я в дичайшем восторге от такой классификации, которую Duolingo сделали, но не мне решать, чего в мире дядям PhD по психометрологии этой и образовательному тестированию делать, поэтому им там виднее. Жирафу виднее, он большой. Значит, это на втором обычно. На третьем месте обычно conversation идет у людей. Это способность слушать и говорить. Обратите внимание, способность слушать, понимать и говорить. Ну, типа общаться, conversation, общение. И на четвертом месте с большим отставанием обычно идет production. Production был самый простой subscore для понимания. Потому что это чисто ваша говорильня и писанильня. Но... Большинство ребят, вот оно коробило, вот эта система, вроде все понятно, но ничего не понятно. Было вот так вот, как я вам показывал, условно скажем, вот 4 subscore, оно-то вроде и Duolingo не скрывает, из каких конкретных навыков они состоят. Например, ваш навык говорения повлияет на 2 subscore ваших, conversation и production. Ваш навык чтения и понимания повлияет на ваш comprehension literacy, да? Письмо повлияет на ваше literacy и production, вроде все понятно. И, наконец, аудирование, conversation, все понятно, но ничего не понятно. Теперь с 1 июля Duolingo будут вам выдавать, когда вы будете получать результат, вот такую картину. Общий, добрые, старые, integrated, интегрированный и, наконец, слава богу, индивидуальный subscore. То есть 4 навыка, которые, повторюсь, как в IELTS, TOEFL, уже 40-50 лет, уже они обычные. Обычно как на этих тестах идет? Listening, reading, speaking, writing. И, как они утверждают, команда Duolingo, вам проще будет понять, из чего складывается ваш общий балл. Вы просто вот эти складываете, конкретные, индивидуальные, делите на 4, и получается вот это. Потому что иногда ребята просто в возмущении, там, почему у меня вроде бы, если так сложить, вот эти немножко выросли, а интегрированные, а этот остался общий без какого-либо изменения. Потому что, помните, там один вот этот влияет на 2, да и так оно распределяется, что... Кстати, вот в этом примере, я вам хочу сказать, они продемонстрировали Duolingo, что они к нам еще добренькие. Например,
То есть округляется все-таки в сторону немножечко позитива, но немножечко. Например, давайте сложим с вами 145 плюс 135 будет 280, плюс 100 380, плюс 130 510. Если я, конечно, что-то соображен, то да. 510. Давайте 510 поделим на 4. Сейчас, у меня тут был калькулятор. Сейчас мы так откроем с вами бурбулятор. Ой-ой-ой. Ну-ну-ну-ну-ну, иди сюда. Так, он тебя не хочет, представляете? Сейчас, секундочку. Не... О! Итак, смотрите. 510 делим на 4. 127,5. Видите, когда... Это как и в IELTS, так было, вот 2,5, между 125 и 130 у нас серединочка 2,5. Если получается реально 2,5, округляется в высшую сторону, что есть очень щедро с их стороны. Могли бы округлять и в сторону низа, 125, допустим, да? Так что жаловаться не надо. Ну что, друзья, я думаю, что всем все понятно, да? Ничего на тесте не изменится, абсолютно ничего. Единственное, что со временем проявится, я думаю, это то, что универы и колледжи, они начнут просить от кандидатов, иногда, как они любят вытворять, некоторые самые жестокие, допустим, 130, но не меньше, чем 110 по writing. То есть теперь не по production там, а по writing. Им, естественно, тоже ж, дядькам в этих колледжах проще вот это понимать, чем дуолинговские вот эти вот замудренные штучки. И в этом плане, с одной стороны, проще всем все понять, с другой стороны, вам придется работать конкретно над письмом. Но я думаю, что это хорошо, потому что проще понять, чего у меня хромает. Например, там writing, а не production. А production – это writing и speaking. А что у меня больше хромает? Бог его знает. И то хромает, и то. Или а то хорошее, а то не очень хорошее. Это нужно с репетитором разбираться, действительно. Окей, друзья. Ладно, чтобы я вас надолго не утомлял. Радуемся. И ждем, что через пару месяцев универы начнут уже просить, если вдруг какие-то ограничения, не по вот этим, а по вот этим. Людским, индивидуальным сабскорам. А так ничего не поменяется. Я благодарен Duolingo команде за вот это вот лично, за вот эту штучку. Нам всем будет проще понимать, где мы находимся, кто виноват и чего делать. Окей, друзья, если вам нужна помощь в подготовке к Duolingo, индивидуально, экспресс, обращайтесь. Мы регулярно повышаем баллы. Посмотрите отзывы, видеоотзывы есть на моих сайтах. Если в описании видео все есть. Если не открывается чего-то там, воспользуйтесь VPN. Также у меня есть прекрасные видеокурсы для вашей самостоятельной подготовки к Duolingo или повышения балла, тоже самостоятельного, если вы любите в одиночку этим заниматься. Окей, друзья, я вас люблю, встретимся в наших следующих урочках.